Кубинки Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, послушаем, оценим. Я постараюсь быть объективным. Впрочем, это несложно. Я не знал близко ни Рейна, ни Джонса, если это его настоящая фамилия. Они были для меня просто фигурами в большой игре под названием «Жизнь». Они промелькнули мимо и остались позади. Но их история стоит того, чтобы ее рассказать. Дело происходило в Сан-Антонио, штат Техас, а год был, кажется, 1967, хотя теперь, много лет спустя, я точно не припомню. Вся моя жизнь — это череда переездов и путешествий, причем не только по Соединенным Штатам и Мексике. Я не раз бывал в Европе, летал в Австралию, посещал Африку. Кем я работаю? Это не важно. Я и так отвлекся от сути повествования. В Сан-Антонио меня привели рабочие дела. Фирма платила хорошие командировочные, и я остановился в достаточно дорогом.